Попробую посольство еще. Возмутительно. Не пойдем уже. Шумный. Я согласен. Буду вести переговоры. Да-да. Требуется посольство. Да кому сейчас? Короче, надо оба посольства. Принимаем ваши условия. Да-да. Ну, нам хватает. Там 215-400. Как раз где-то половина. Я согласен. По-моему, двое или было 74 за 136. Заход для обеих сторон, то есть 107 на 107. Ну не столько у нас. У нас 40 на 7 или 71. Ну, у них и так было, когда с мельниками дорога были. А что тут на дороге ловились, а не перемозг. Не, ну как это мы подсократим, да?
меня спасло. Нет, там модем, она так можно запустить на месте. Два очка команды. Пару плавов, да. Ты снизу еще надо снизу. Хорошо. И приду центр данных или казарм. Передавай систему. У нас 10, да. Не прибавляю. Или поменять как-то. Ну, может, ферму надо приобрести. Ну 9.15 без подъема, вот это вот так. Плюс 2 еще. Ну крихер 35, как и был. 36 тоже. Ну вот он, Митя.